Новый район появится в Самаре. Строительство началось к югу от нынешней городской черты. Первая очередь будет сдана уже через год. А в целом реализация проекта «Южный город» рассчитана на 20 лет. К этому времени появится современный жилой массив с развитой инфраструктурой, рассчитанный на 80 тысяч жителей. Олег Зверев узнавал планы строителей. По размерам это мог бы быть город-спутник, но согласно плану это новый район Самары. Областной центр будет развиваться и на север, и на юг. О планах южного города рассказывают губернатору. Мы как бы в этом году сдаем первые 35 тысяч квадратных метров. Вот если посмотреть, какие дворовые хозяйства будут, здесь мы видим и детские площадки, и спортивные в каждом дворе. И парковочные места такие вот, чтобы не только на улице ставили, на дороге, а именно отдельные парковочные места. То есть, будет парковочных мест. Это чисто вот дворовые, а вот там потом мы покажем на генплане, есть отдельные места парковки. Символически первый камень закладывают с расчетом на качество, доступность, а самые главные сроки строительства. В первую очередь будет полностью построено уже через год, а дальше предполагается еще и возводить больницы, школы, детские сады. Таковы особенности комплексного подхода. Комплексная мультиформатная застройка предполагает, что здесь будут и 3, и 5, и 7, и 9-этажные дома. Социальное жилье на все случаи жизни. Предусмотрены также индивидуальные строения с земельными участками. В общей сложности Южный город сможет принять более 80 тысяч человек на общей жилой площади 3 миллиона квадратных метров. Участки под индивидуальное строительство здесь вполне подходят для многодетных семей. Впрочем, новый район позволит реализовать много других федеральных жилищных программ. По указу президента программу «Жилье для молодых семей» мы получили в этом году очень большую сумму, самую большую сумму с федерального бюджета. Нам удалось это сделать на молодые семьи. Мы рассчитываем тоже, что здесь мы будем определенную часть жилья здесь закупать. Мы реализуем программу «Жилье для ветеранов». Президентскую программу по указу президента. Есть указ президента, где мы общие объемы жилья должны, целевые показатели. Это тоже исключительно важно. Если в этом году 35, на будущий год 150 тысяч, это практически четвертая часть жилья города Самары. Это уже кусок очень большой. И мы рассчитываем, что на этой площадке, в общем, в том числе, вот эти социальные программы, указом президента, определенные на последующие его 5 лет, позволят нам, в общем, успешно решать эти вопросы. Мы обязаны по указу президента, по закону, детей-сирот обеспечить жильем. А поскольку место далеко за Южным мостом, уже сегодня приходится думать и о развитии транспортной инфраструктуры. Есть планы соединить Южный город с центром, ветками скоростного трамвая, воздушного метро и железной дороги. Кроме того, по графику, в первую очередь будет сдана практически одновременно с Кировским путепроводом. Олег Зверев, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.